хорошенькую историю, Джим. Давай потом поговорим, Оль. Какую историю, Джим? Героиню зовут Снупки. Как тебе нравится это имя, папа? В чем дело, мальчик? Сейчас объясню. Вчера на танцах мы были вместе. Весь вечер я не выпускал его из виду, и около 9 часов говорю, Джим, не исчезай. Нам нужно скоро идти встречать Лизи. Он будто только этого и дожидался. Уже пора идти на станцию, его и след простыл. Спрашивает Джилла ты? Он говорит, Джим ушел вместе со Снупки. Неправда! Я вышел немного погулять, но у меня и в мыслях не было с ней знакомиться. Она в это время выходит вслед за мной и садится в новенькую машину. Я эту машину сразу...